Докажите, что высота АМ треугольника АБЦ перпендикулярна средней линии, соединяющей середины сторон АБ и АС. Для начала сделаем рисунок. Запишем дано. АМ перпендикулярна БС. ЕФ средней линии. Доказать, что АМ перпендикулярна ЕФ. Так как ЕФ это средняя линия, отсюда следует, что EF параллельно BC. Также AM перпендикулярно BC. Из этих двух пунктов следует, что AM перпендикулярно EF. Если прямая перпендикулярна одной из параллельных прямых, то она перпендикулярна и другой параллельной прямой. Что и требовалось доказать. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.